Сейчас. Избивают людей, посмотрите. Как тут все Не избили. Не упал? Забрали личную вещь. Вот так ведут себя. Органы правоохранительной власти в Абхазии. Познакомьтесь. Ютуб. Миллион просмотров. Мама запретила. Оставь, иди отсюда. Иди, чтобы было доказательство, что в машине. Я телефон не обратила. Вот я снимаю. Что они сделали? Подожди, отойди. Убери руки. Это пиздец. Да. Смотрите все. Вы пожалуйтесь, а мы разберемся. Да, мы на вас напишем. Да. Напишем, потому что вы не имеете права до крови убивать человека. Не имеете. Человек в крови. Он правильно делает, что не садит, вы не знаете. Бабушка, уходи, не надо. Пожалуйста, не поднимайся. Да, веди машину. Я его стукну с ноги, если подойдет ко мне. Просто нужно было стукнуть. Я снимаю, мама. Это пиздец. Посмотрите. Органы правоохранительной власти не могут разобраться. Позвали своих братанов, не знаю, как их называют. Вот всех. Человека, ну что случилось, а? Вы убили, хорошо, выпустили, он сел бы сам. Вы его убили! Тихо, не ори. Мама, пожалуйста. Вы убили, просто. И после этого считается, что у нас в Абхазии правда и порядок. Я снимаю все, мамочка. Я просто боюсь вон того дяденьку, который планшет отбирает у детей. Слушай, хорошо, он завтра пришел бы к вам. Вы убьете, и мы все подпишемся, что вы его убили. А кто ты такой, блядь, что ты бьешь человека? Да, у вас... Это вы пожалуйтесь, а мы разберемся. Смотрите все. Вы пожалуйтесь.